Легендарный ансамбль народных инструментов «Россия» имени Людмилы Зыкиной дал единственный концерт в Хабаровске. Выступление прошло в рамках проекта «Культурные гастроли» и флагманской инициативы губернатора «Край комфортного проживания». С исполнителями, среди которых есть и наши земляки, познакомилась Надежда Курилина. С Камчатки в Хабаровск и затем сразу на Сахалин. И даже в таком плотном гастрольном графике репетиция перед концертом святое. Василиса Серова, актриса Краевого академического музыкального театра, не случайно выступает с прославленным коллективом. Его руководитель Дмитрий Дмитриенко выбрал ее за голос, который один в один, как у молодой Зыкиной. Виртуозов России носит официальный титул лучшего баяниста мира. Алжас Нурланов по национальности казах. В ансамбле шутят, из 25 исполнителей нет ни одного коренного москвича. Перед началом концерта победитель всероссийских конкурсов, солист Владислав Афанасьев, выпускник Хабаровского колледжа искусств, очень волновался. Среди зрителей его первый преподаватель Ася Фурта. Но, похоже, она своим учеником гордится. Одной из самых любимых песен старшего поколения исполняет потомственная кубанская казачка, знаменитая Ирина Крутова. В концерте, посвященном памяти Людмилы Зыкиной, звучали мелодии из любимых кинофильмов. В ансамбле вот главная традиция – это вот верность и преданность служения русской песни, нашей культуре великой и высочайший, конечно, профессионализм. Выступление ансамбля – одно из множества мероприятий, запланированных в рамках проекта Краевого Минкульта «Культурные гастроли». Гастроли московских коллективов в рамках проводятся у нас в Хабаровском крае на сегодняшний день в рамках флагманского проекта губернатора края «Край комфортного проживания». Гастрольные туры расписаны у нас вплоть до конца текущего года. У нас и творческие коллективы театральные планируются. В этом году в Хабаровском крае пройдут и Дни культуры Москвы. Все желающие смогут увидеть работы ведущих мастеров сцены. В апреле состоится традиционный международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. На осень намечены гастроли Центрального академического театра Российской армии Министерства обороны Москвы и Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Надежда Курилина, Роман Матвеев, Вести Хабаровск.